Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, я, Джуз, и сегодня мы поиграем в коллекционера питомца в Роблоксе. И смотрите, первый питомчик мой, вот такая вот кошечка у меня появилась, которая бегает, а остановиться не может, так ты где там? Вот, а вот это первый мой питомец. И пока я с вами здоровался, я здесь увидел, короче, вот еще одного питомца. И это кролик, вау, круто. Ну-ка нажимаем сюда и можем надеть, да? Можно даже зафьюзить, ребят, вау, ничего себе. Вот это у нас здесь система. Всего два питомца можно надеть, а у них какие характеристики? Характеристиков у них вообще, по-моему, никаких нет. Просто два пэда. Что я могу с этими пэдами здесь сделать? О, смотрите, я нашел секретную локацию. 240 питомцев надо, чтобы туда попасть. И у нас здесь есть еще вот какая-то такая штука. Ну-ка попробуем нажать. И выбиваем. О, выпадает мне собачка. Теперь следующее яичко здесь я через 12 часов могу получить. Вау. Ничего себе, и теперь у меня, смотрите, всего 4 могу. Есть у меня теперь собачка. Интересно, что они вообще дают? Мне, наверное, просто надо здесь найти всех питомцев. Но я нашел здесь еще яичко. Открываю, давайте, и получаю здесь. Грибочек какой-то получил, прикольно. Смотри, теперь у меня есть 4 разных пэта. И какая у меня вот, может, сила? А у меня 4 питомца написано. И вот здесь я еще какую-то награду получил. Опа! И у меня появилась обезьянка. Прикольно. Смотрите, я сюда питомцев отправляю. И собираю коины. Коины. И еще яичко. Теперь мне утка выпадает. Вау! И смотри, я могу комновское яичко здесь открыть. За 7000 коинов. Вау, жесть. И мне еще здесь задания выполняют, смотрите. Опа, и мне хомячок выпал. Прикольно. Вот это да. Вот это да, смотрите, как много заданий, друзья, у меня здесь. А, я могу вам, кстати, тоже задание дать. И оно очень простое. Поставить прямо сейчас лайк и подписаться на канал, если ты этого еще не сделал. Это очень поможет развитию нашего канала. А я открываю, и мне выпадает олененок. Смотрите, сколько разных питомцев мы с вами здесь находили. Я здесь нашел еще одно место. Вот здесь вот есть питомцы, но я пока не понимаю, как сюда забраться. Как-то вот сюда можно залезть. Скорее всего, может быть, вот отсюда. Да-да-да, мне помогли. И мне выпадает здесь хомяк. А это кто такой, енот? Так, а вот здесь вот яичко как забрать? Как вот здесь вот яичко забрать? Так, давай, чел. Мы тебя подкинем сюда. Давай. Запрыгивай. От меня можешь запрыгнуть? Так вот, во. Во, хорошо, давай. Я тебе помогу, если ты еще не взял. Ну-ка, у меня здесь, смотрите, сколько пэтов. А я могу их надеть? Не, я не могу, всего 4. И зато я могу их зафьюзить. Но я не могу никак забрать вот здесь вот никого. Блин, лошадка даже у него есть. Смотрите, прикольно. Так, я собираю все коины, которые здесь нападали. Наверное, это очень важно. Так, выбиваю еще. И мне белочка впадает. Столько разных пэтов. Так, смотрите, 10 пэтов я набрал. Вот моя коллекция. В принципе, вот моя коллекция. Вон там есть яичко. О, там еще одно есть яичко наверху. Вау. Как его забрать? Непонятно. Но давай пока что мы сейчас попробуем зафьюзить, да? Посмотрим, как это у нас работает. Вот у нас есть олень, допустим. Мы его используем. Так, закидываем сюда вот этих ребят. И фьюз делаем. Что происходит? Чун! Анкоменка! Барашка мне выпала. Прикольно. Так, а как мне вернуться надо? Короче, можно, допустим, наверное, кошечку убрать и надеть барашку. И они, наверное, больше урона наносят. 29, смотри. 29, да, так, 24. По кристаллу 27. А где вот у меня еще? 13 бьет, у них есть какие-то характеристики. Так, еще же у меня питомцы здесь есть. Смотрите, у меня здесь... О, кабанчик выпадает. Жесть, здесь столько всего интересного, друзья. Просто успеваю это все получать. Ну, попробуем еще здесь купить. Покупаем. Бам! Мне выпадает броненосец. Обалдеть, столько всего. Это просто жесть. Так, давай еще открываем. И вот у меня лошадка выпала. Отлично. Так, мне еще опять на целую кучу коинов, чтобы получить себе
бесплатного пэта, и мы откроем с вами следующую локацию. Вон я еще нашел яичко, но я не знаю, как забираться туда. Может, я могу на лошадку сесть? Подождите, что это такое? Так, вот сюда, допустим, я нажимаю. Что это такое? Непонятно. Ну-ка, вот, допустим. Не знаю, не работает эта штука. Ну ладно. Так, мне надо побольше сейчас коинов насобирать. Так, 40 штучек. Вот, отлично, используем. И у меня есть тигр. Вот, все, смотрите, у меня есть тигр. И мы можем попасть вот в эту локацию. Так, вот я нажимаю вот сюда. Все, мои питомцы должны перебраться теперь в эту локацию. Вон они переползают. Ребята, все сюда переползают. О, смотрите, можно слот для питомцев взять. 25 тысяч стоит. Обалдеть. И тоже комнатское яйцо стоит 7 тысяч, друзья. Так, мне надо зафьюзить, написано одного. Ну, давай попробуем. Так, давай закидываем вот тебя сюда, 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 сюда. А вот так вот и пробуем. Давай, оба. И, о, выпадает мне пингвин какой-то. Ничего себе. Итак, теперь можно, наверное, кролика убрать и надеть вот тебя. Опа, а это демоническая птичка, оказывается, это не пингвин. И чтобы попасть в следующую локацию, надо, смотрите, 40 питомцев здесь получить. Обалдеть. Ну смотри, здесь впадают мне даже вот такие вот сундучки с монетами. Ну это хорошо, конечно, это очень хорошо. А это что такое? Это ангелочек какой-то здесь. Отлично. А вот это урон для питомцев можно прокачать. И как это сделать? Допустим, я вот так вот прокачиваю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Можно вот даже так прокачивать, да? Плюс 1% к урону. Ну ладно, сейчас я собираю и еще прокачиваю. Здесь можно, короче, получается, очень-очень много прокачать, да? Да, можно очень много реально прокачать. Итак, я, кстати, квест выполнил. Мне надо еще сейчас быстро выполнить задание на 2000 коинов. Так, собираем, 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 собираем. Коины собираем. Все коины, которые здесь есть, вон еще. И мне еще дадут питомцы. Но хотелось бы, чтобы мне уже покруче по этого давали. О, секретное яичко. Так, давай здесь открываем. И, о, бельчонок выпадает. И сразу здесь убиваем. Отлично, спрятано яичко. Мне свинка выпадает. Здорово. И здесь по-любому есть еще где-нибудь спрятанные, да? Где-нибудь вот здесь, да. Есть, забираем. Отлично, еще у меня есть 12-й пэт. Где-то еще на деревьях, наверное, здесь есть, да, спрятанные. Или на крыше вот этого здания есть, так. Попробую залезть, так. Оп, а да что такое? О, да, не получается запрыгнуть на дерево, смотри, вообще. Не дает. Хопа, во, вот так вот залезли и смотрим. Смотрим, смотрим, смотрим. И ничего не видим. Ну, тут вот есть вот яичко, да. Как вот сюда забраться и его забрать? Вот это остается для меня загадкой, но ты можешь мне написать и рассказать, как все-таки достать можно. А я пока собираю здесь коины, смотри, собираю, 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 собираю. 75 монеточек мне надо собрать. И мне дадут 3000 коинов просто так, за выполнение задания. Интересно. Так, здесь, кстати, у меня очень много коинов лежит. Очень-очень-очень много, их все надо быстренько насобирать. Сейчас мы их всех сюда заберем. Забираем, 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 забираем. Вот так вот. Отлично. И здесь тоже забираем. И вот эти тоже забираем. Вон там тоже много еще остались с той локации. Их тоже стоит забрать, наверное, да? Все-таки лишним не будет. Вон, смотрите, сколько у меня здесь коинов валяется. Кстати, и вот видели, вот этот бегемот разломал кристалл, и мне почему-то коины засчитали. Но я не знаю, почему, как это работает. Но засчитали, засчитали, ладно. Так, теперь мне надо кристаллы разрушить. У меня задание на разрушение кристаллов. Но там мои питомцы, я думаю, справятся. Я пока здесь все коины, которые забыл собрать, забираю. Так, забираем, забираем. Отлично, отлично, отлично. Все. Вроде все собрал. Ну, там еще немножечко есть. И здесь. Ну, вон, смотри, здесь, кстати, другие питомцы ломают. И мне тоже засчитывается. Странно, почему так? Почему засчитывается за других питомцев? Ладно, а у меня есть еще целая куча здесь пэтов. Так, раз, два, три, четыре. Я думаю, можно попробовать зафьюзить. Давай попробуем вот этих ребят. Мы зафьюзим. Как раз у меня хватает. И получаем бэм. О, это ящерица какая-то у меня появилась. Так, собачку убираем, надеваем ящерицу. Все, теперь у меня есть ящерка и 20 питомцев получается, да? 20 пэтов у меня есть.
Прикольно, 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 прикольно. Но здесь вот эту штуку можно взять, кстати. Опа, давай открываем. Разблокировали дополнительный слот для питомцев. И это отличный знак, ведь мы можем теперь еще одного надеть. Да, да, друзья, вот так вот это делается. Сейчас мы идем сюда. И еще вот у меня чуть-чуть осталось. Сейчас коины дособираем. И открываем здесь еще одно яичко. Давай покупаем. Пэм, что подает мне собачка. Ну, я думаю, это не столь важно. Они такие простые. Но мне нужно большое количество пэтов сейчас. Очень большое количество пэтов себе заполучить. Так, так, так. Квест выполняется. Надеюсь, сейчас мы его быстро выполним. Вот. И получим сейчас еще одного питомца. Отлично. Если это задание выполнено, мне выпадает поссум. Угу, теперь мне опять надо разрушить кристаллы. О, это что это такое? Что это такое? Супер кристалл появился. Вау! И все питомцы отправились его уничтожать. Бонус 60%. Круто, это мега кристалл. Ого! Ого, вот это да! Смотрите, гигантский кристалл, который мы должны разрушить. Все питомцы этой локации объединились, чтобы уничтожить его. И мы получаем очень-очень много коинов. Возможно, мы еще и получим какого-то крутого пэта за уничтожение этого гигантского кристалла. Ну, блин, смотрите, сколько коинов с него падает. А, кстати, мы не успели его уничтожить за время, и бонус поэтому уменьшается. А-а-а, прикольно. О, салют из коин. Вау, жесть, прикольно. Смотрите, сколько коинов здесь валяется. Обалдеть, обалдеть. Это все нам дал этот кристалл. А если бы мы его еще и вовремя смогли разломать, это же было бы вообще просто, просто нечто. Он еще даже на ту локацию дострелял своими коинами. Жесть, он мощно стреляет. Вот это да, вот это да. Вот это реально, смотрите, очень много. Надеюсь, они не поисчезают сейчас, и я успею все собирать. Здесь какие-то супер-мега-сейфы. Вот такие, так, собираем, 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 собираем. Надо все насобирать, ничего пропускать нельзя. Ничего пропустить нам нельзя. Все соберем, все, все, все. Все собираем, все собираем, все собираем, все собираем, 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 собираем. Давай, 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 давай. Отлично, смотрите, я уже почти всю локацию здесь дособирал. А, еще он туда улетел, блин, а там я не смогу собрать. Там я реально не смогу собрать, потому что у меня не открыта еще эта локация. Так, и главное вот эти все дособирать, друзья, сейчас... Я уже почти все собрал. Отлично, да. Это пока что мой максимум. А, нет, вот еще не здесь есть. Мы еще здесь не дособирали. Вот здесь. Вот, вот теперь уже можно сказать, я все сундучки, которые выпали с этого кристалла, все собрал. Там уже, может быть, только новые выпадают. И пришло время открывать, наверное, сейчас целую кучу питомцев. Так, раз, два, три. Давай еще открываем. И, кстати, они не прибавляются в коллекцию. Те питомцы, которые у меня есть, они мне в коллекцию не добавляются. Только новые, друзья, только новые пэты добавляются в коллекцию. Жесть, вот этот разработчик, наверное, с ума сошел, пока всех этих питомцев создавал. Их же здесь нереальное множество какое-то, огромное количество. Итак, смотрите, я уже почти все свои коины потратил, между прочим. Так, собираем, собираем, собираем. Опа! Отлично, все, я реально потратил все свои коины. Сейчас я еще здесь насобираю немножечко. И я, получается, только 8 новых пэтов смог отсюда получить. Ну смотри, я еще здесь насобирал. Так, давай, может быть, я сразу на двух мне хватит. Так, 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 здесь очень много коинов валяется. Очень-очень-очень-очень много. Возможно, мне действительно это сейчас поможет открыть сразу несколько питомцев. И идем сюда. Вот так вот, открываем, но чуть-чуть не хватает мне, конечно, так, о, новенький как раз, отлично, и вот теперь еще одного могу сейчас заполучить, давай в коллекцию, открываем, есть броненосец, но это не новый, зато, друзья, я сейчас могу зафьюзить очень много пэтов, так, используем, давай создаем, оба, крутим, о, верблюд.
Так, давай еще вот этих создаем. Отлично, фьюзим. Пяу, выпадает еще верблюд. Ну блин, а че, что-нибудь новенькое не мог мне прислать, что ли? Было бы хорошо. Ну-ка, выпадает леопард. И здесь у меня не хватает уже. Ну как так, как так? Неужели мне реально не хватает? Да, чуть-чуть не хватает, смотрите. Одного пэта. А может, я накопил? Так, нет, не накопил. Мне одного пэта, друзья, не хватает, чтобы и еще последний фьюз сделать. Так, соберем быстренько коины. Ну-ка, вроде набирается. Да, друзья, набирается. Коины у нас набираются. Сейчас мы получим еще одного пэта какого-нибудь. Так, кстати, вот квест. Надо всегда выполнять задания. И выпадает эта собачка, отлично. Мне для фьюза как раз хватает. Создаем еще. Мяу, есть. О, совушка выпала. Совушка. Итак, смотри, я могу попробовать вот что сделать. Вот этого я, конечно, еще не делал. Вот это будет интересный прикол. О, бам, рарочки. Теперь мы начали. О, дальше в эпик можно создавать. Обалдеть, вот это... Круто, конечно, но у меня теперь есть питомцы, которые крутые, да, но дальше фьюзить, блин, надо, короче, срочно еще кого-нибудь выбить. Сейчас мы выбьем, обезьянка у меня есть, и надеваем, давай, обезьянку. И еще один у меня слот все-таки остается. Надо по максимуму пользоваться своими возможностями. Мне еще 7 пэтов надо как-то получить. А чтобы туда попасть, там вообще, короче, много. Блин, вот это у нас... Тяжелый работенка-то начинает, смотрите. Хочется уже попасть в следующую локацию, но тяжеловато уже собирать питомцев, я вам так скажу. И я, наверное, уже здесь очень много-то и выбил, да? Где у меня? Можно посмотреть коллекцию? О, смотри, обычные анкомонки, рарные, эпичные, легендарные. Это кто это такой, кто это такие? Еще есть и мифические. Жизнь здесь столько грейдов, столько разных питомцев. С ума сойти просто можно, реально, огромное-огромное количество. И у меня вон написано, кстати, сколько я коинов получаю. И достаточно много, я 100 коинов там получаю, нормально. Сейчас мне еще пособирать бы вот так вот побольше. Может быть, мы еще кого-нибудь зафьюзим и получим. Так, во, коины, кстати, блин. Про квесты забывать вообще нельзя. Это важно, друзья. Про квесты не забываем. Итак, а вот питомца выбиваем. Да, питомца. О, злой динозаврик мне выпал. Это что-то новенькое, друзья. Ну, хочется еще вон туда залезть, да? Туда, наверное, без поддержки других ребят вообще невозможно попасть, я думаю. Сюда нужно 3 человека, чтобы забрать вот это вот яйцо. 3 человека, чтобы тебя сюда, вас подсадили, и отсюда вы собрали. А туда, наверное, еще больше надо. Так, ну давай я тебе помогу. Давай, иди, прыгай. Давай, от меня отталкивайся. Давай, оп, давай, опа, молодец. Все, мы тебя закинули туда. Тогда закинули, если что, можешь забрать яичко. А я возвращаюсь. Короче, если видите, кому-то здесь нужна помощь, то помогайте обязательно. Вам тяжело, ну, не будет, в общем-то. О, смотри, какая усатая редиска. Усатая редиска! Прикольно! Прикольно выглядит вообще. Итак, давай еще открываем питомца. Может, еще что-то мне выпадет. Так, кролик есть. Белый кролик. Кстати, белого кролика у меня, по-моему, не было. Вот теперь есть и белый кролик. Отлично. Так, собираем. А, мне надо коины насобирать, да, для задания? Блин, 150 коинов надо. Ну ладно, хорошо, у меня здесь очень много коинов навалялось. Завалялся. О, кстати, смотри, какой динозаврик. Синенький, они еще разноцветные есть. Так что мы далеко еще не всех здесь пэтов выбили, я вам так скажу. Надо еще больше выбивать. Так, собачка еще тоже. Очень-очень редкая какая-то собачка, которой у меня не было. И мне это нравится. Сейчас еще попробуем. Так, сколько у меня... я могу зафьюзить? Нет, еще зафьюзить, мне кажется, я не могу. Так, почти задание выполнил. Так, давай еще собираем. Опа, есть, пойдем еще сейчас. А что мне? Надо собрать 10 тысяч. Золото надо собрать. Так, ну вот этот петушок у меня был. Но мы можем зафьюзить попробовать, да? Так, это отмена. Вот этих мы, ребят, объединяем. Бэмч. И... Во, о, белая обезьянка. Белая обезьянка. Надеваем. Давай. Надеваем. Отлично. Все.
Хорошо, и продолжаем собирать. А, я даже могу сейчас не то чтобы собирать, я могу сейчас еще взять двух пэтов, но... Или выполнить задание. Смотри, у меня 6 тысяч уже есть. 6 тысяч есть, нормально. Если я выполню задание, то, может быть, я еще смогу заполучить... Двух питомцев сразу, а может быть даже и трех. Все-таки 5000 дадут мне за это выполненное задание. Ну-ка, собираем, отлично. И разрушить кристаллы теперь у меня задание. Ну хорошо, сейчас будем разрушать эти кристаллы. А я пока пошел открывать пэтов. Иду сюда, давай, открываю. Раз, открываем. Давай, есть утконос. Утконос у меня был, блин. Так, это что это такое? Это у меня был, блин. И давай еще одного. О, новенький лемур. Отлично. И смотрите, мне еще двух пэтов надо каким-то образом заполучить. Тех, которых у меня не было. И тогда у меня будет открыта следующая локация. Может, я могу зафьюзить кого-нибудь? Раз, два, три. Нет, мне еще одного надо. Еще одного для фьюза. Всего так, пять. Пять питомцев и будет фьюз. Отлично, все, сейчас у меня еще здесь задание выполнится, получим дополнительные коины, плюс я еще здесь насобирал, так что все у нас здесь в порядке, друзья, все в порядке, так, еще сундуки забираем, отлично, квест выполняем, о, 80 кристаллов надо разрушить, и мне дадут яичко бесплатное, кстати, мне уже давно не давали, мне просто коины обычно дают. А сейчас за это задание мне дадут яичко прям ценно. Ну, это, можно сказать, 7500. 7500 дают. Ну, ладно, давай отправляем сюда, открываем. Раз, открываем. Белая коала. Но у меня она была. Так, это кто? Собачка тоже. Блин. Ну, зато можем быстренько сейчас зафьюзить. Так, давай. Оп, 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 оп. Создаем, создаем, создаем. И давай что-нибудь новенькое. Оу, вау. Это у меня денежный дракошка. Денежный дракошка. Мне это нравится. Сколько у меня? 4 зеленых. Мне еще одного зеленого надо. Еще одного зеленого. Но я, наверное, вот с этого комнатского яйца, наверное, невозможно получить. А там что у нас? У нас там 100 тысяч какая-то штука есть. Еще один слот для питомца. И за 5 тысяч скорость можно прокачать. И 35 тысяч анкомновское яичко стоит. Ого, вот это цифры, конечно, у нас увеличиваются здесь явно. Явно супер большие становятся. Но зато я могу сейчас уже сразу еще выбить. Давай попробуем, может что-то редкое. Нет, кошка выпадает. Я думал, может быть, мне выпадет что-то реально редкое, и мы сейчас сразу пойдем в следующую локацию. Но, по всей видимости, я, наверное, из комнатского яйца вообще всех выбил. У нас здесь списка питомцев нет никакого где-нибудь вот здесь. А, есть, смотрите, вот же список у нас был. И я еще не всех, кстати, получил, не всех. Вот, вот, смотрите, сколько я еще не выбил комнатских, обалдеть. Это очень много, друзья, очень много. Я еще не получил. Так что нам есть куда еще стремиться и развиваться. Даже с комновским нам придется их открывать до тех пор, пока мы не выбьем всех в коллекцию. Потому что это очень важно. И нам же надо еще и дальше получать как можно больше питомцев, чтобы отправляться и в следующую локацию. Вот эта игра для настоящих коллекционеров, друзья. Кстати, смотрите, сейчас где-то появляется кристалл. Огромный. Но я не вижу, где это. Может быть, там где-то далеко. Не рядом с нами. Рядом с нами ничего здесь не появляется. Так, бельчонок. Бельчонок у нас был тоже, да? Но его не засчитали нам. Где-то кристалл там, наверное, появился. Ну, а потому что здесь ничего нет похожего на кристалл. Ничего похожего на кристалл нет. Сейчас я забегаю сюда быстренько. Итак, еще открываю. Бэмч. Кошечка. Да ладно. Но могу зафьюзить зато, смотри. Раз, два, три, четыре, пять. Фьюз. Давай, супер крутой. О, да, друзья. Вот это я понимаю. Теперь у меня есть лиса. Анкомонка. И, наконец-таки, мы с вами разблокировали. Все, мы можем попасть сюда. Ну, давай, отправляем наших питомцев вот сюда. Давай, все ребята, переходите в эту локацию, чтобы попасть в следующую. 70 надо. Короче, можно прокачать скорость. Слот. Как я говорил, за 100 тысяч. О, здесь, смотрите, сразу яйцо зеленое. Опа, дракошка. Но этого дракошка у нас не было. Класс. И теперь по кактусам он мне урон не нанесет. Ребят, я просто... Вон, кристалл огромный появился.
Огромный кристалл появился. Но, блин, ну это не в этой локации. Жалко. Но до нас что-нибудь да долетит уж точно. Забираем здесь яичко бесплатно. Есть дракошка. И все, да, я дальше ничего не могу получить. Хотя, может быть, сверху где-то что-то есть. Нет, больше не вижу. Так, здесь еще кактусы, да? Блин, они кажутся, как будто это яички. А вот это да. Так, собираем. О, мне яичко дали бесплатное. Открываем тоже. Кролик. Но это у нас все было. Это у нас было. Было. И опять мне теперь дают дополнительных пэтов. Но у нас теперь новая эпоха. Теперь нам надо еще 35 тысяч копить на новых пэтов, которых мы будем уже объединять в рарных, друзья, в рарных. И еще у нас новое поколение питомцев будет появляться. Ну давай еще одного рарного попробуем сделать. 35 тысяч всего лишь надо. Хотя это много на самом деле. Но если там ребята доломают кристалл, хотя в чем я очень сильно сомневаюсь, конечно, потому что там не так много питомцев, но зато есть там крутые какие-то мощные, видали, кальмары. Вот это да, вот это да. И может до нас что-нибудь долетит. Было бы здорово. Дополнительные коины нам бы не помешали совсем. Совсем не помешали. Здесь так, забираем, давайте. Забираем. Так, еще 5000 надо. Но я, наверное, еще здесь бесплатное яичко получу гораздо раньше, чем соберу эти 5000. Так, один кристалл надо разрушить. Давайте, ребята. Есть, забираем. Вот, смотрите, Эмма Бёрд мне выпал, белоснежный какой, класс. И этого у меня не было, кстати. Теперь мне надо 200 собрать дропов каких-то, но почему-то мне не засчитывается. Может быть, не в этой локации надо получать, а где? Как где получать, не засчитывается, смотрю, у меня задание здесь это не выполняется. Кстати, здесь 50 надо собрать коллекцию, чтобы у меня была медалька какая-то. Хорошо, давай открываю здесь пока что. Открываю, бэмч. Видали, какая у меня здесь, какой гриб появился. Может, мне здесь надо собрать? Ну-ка, давай возвращаем сюда. Сейчас моих питомцев перетащим. Может, реально в этой локации, потому что квест не засчитывается. Итак, ребята, попробуйте сломать какой-нибудь кристалл. Так, вот эта черепашка, наверное, раньше сломает кристалл. Не засчитывается. Это собрать дропы с чего? Может быть, отсюда надо собрать дропы? Так, ну-ка. А, да, вау. С первой локации. Мне квест на первую локацию дали, представляете? Надо здесь собрать, и тогда мне дадут яичко. Ну, что-то как-то странно, на самом деле. Очень-очень странно. Почему меня в первую локацию закинуло? Но зато смотрите, я что могу сейчас сделать. Я могу сейчас еще одного фьюз сделать на рарочку. Давай, фьюз на рарочку, друзья. Опа! Дизи Норвал. Это Нарвал. Что он там нарвал, я не знаю, но теперь он у меня есть. Вот. И еще такие вот ребята у меня есть. Отличные парни. Давай забираем. Все, у меня 44 уже. Еще интересно, что там. Вот можно рарные питомцы получить, наверное, бесплатно. О, кстати, здесь еще есть, смотри, можно бесплатно получить, готово. А я рарного смогу получить, когда у меня будет 60. О, кстати, такой у меня был, блин. А что точно такого же-то дал? Точно такого же. А там у нас 240 соберем, тоже откроется какая-то секретная локация. Интересно очень, что там в этой секретной локации. Но можно до туда обязательно добежать и посмотреть, что мы сможем там увидеть такого интересного. Может быть, там уже другой мир начинается. Это пока что нам неизвестно. Вот еще бы прокачать весь урон. Интересно, он до 100% вкачивается или до скольки? А так, собираем. Мне же здесь задание надо выполнить. Дальше какое-то следующее будет. Хотя, друзья, видео уже идет слишком много. Поэтому я предлагаю, давайте мы на этой веселой ноте здесь пока закончим, да? Если вам это видео понравится, этот плейс понравится, мы продолжим его играть, будем дальше собирать здесь коллекцию. Коллекция, как видите, здесь огромная, просто бесконечно огромная. И нам здесь будет чем еще заняться. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. На этом у меня все, не болейте, не скучайте, пока-пока.